В центре обслуживания потребителей «Кубань-Энерго» города-курорта Анапа нет очередей. Хотя в компании отмечают, что желающих подключить свой дом или предприятие к электросетям в этом году больше примерно на 20%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Теперь заявку на подключение можно подать, обратившись по телефону горячей линии. Возможность предварительной записи через контактный центр ПАО «Кубань-Энерго». Сделала процедуру подачи заявки на технологическое присоединение максимально комфортной для потребителя. Человек выбирает для себя удобное время, когда он может подойти к нам и подать заявку на технологическое присоединение или получить необходимую для него услугу. Подключиться к электросетям «Кубань-Энерго» сегодня можно вообще не выходя из дома, а через личный кабинет на сайте компании. Необходимо зарегистрироваться, отправить через интернет сканы необходимых документов. Через 15 дней там же можно ознакомиться с проектом договора, подписать и отправить по почте, дождавшись ответного письма, со своим экземпляром, подписанным представителем компании. А можно записаться по телефону горячей линии и прийти лично в удобное время. Удобно все через интернет и сидя дома. Рабочее время с 8 до 5, а вечером в свободное время я могла это все сделать. Узнала сайт «Кубань-Энерго» по телефону горячей линии. Я пришла домой в свободное от работы время, набрала этот сайт, отправила нужные копии документов. И в течение 15 дней я получила разрешение на технические условия. Энергетики поясняют, что сегодня перед компанией стоит задача обеспечить качественное сопровождение потребителей с помощью современных технологий. Клиент может выбирать любой удобный для него канал связи. Помимо глобальной сети, получить информацию можно в терминалах. В планах установить еще несколько таких устройств в разных точках города.